Товарищ генерал-майор, участники чемпионата Главного управления и первенство Главного управления МЧС России по Оренбургской области для торжественного открытия построены. Участники на старте готовятся к первому испытанию. Сначала преодоление полосы препятствий с пожарным рукавом в руках, затем подъем на четвертый этаж здания по штурмовой лестнице. Задача конкурсантов – выполнить все максимально оперативно, ведь скорость – один из основных критериев в работе спасательной службы. Но участники всегда готовы, поскольку тренируются круглогодично, и подготовка к подобным соревнованиям проходит регулярно. Подготавливаемся к старту, который сам будет проходить в Йошкар-Оле в июне. Настрой боевой, показать результат, и было бы неплохо попасть в призы, конечно. Команда настроена, задачи есть поставлены руководством, будем стараться их выполнить. Сегодня Оренбург принимает и соседи из Башкирии, все участники спортивной эстафеты, действующие пожарные. Но на стадионе не только взрослые. В командах свои умения показывают и юные представители спасательных отрядов. За звание лучшего борются свыше 90 человек. Для чего необходимы эти дисциплины? Они необходимы прежде всего для отработки практических навыков, с чем пожарные сталкиваются непосредственно в практической деятельности. И, конечно же, это приходят неравнодушные люди, которые еще имеют неплохую спортивную подготовку и далее развиваются уже в пожарных подразделениях, отрабатывают, оттачивают эти навыки. И, конечно же, сегодня это уже спорт высоких достижений. В августе этого года в Оренбурге пройдет чемпионат России по пожарно-спасательному спорту. В 2021 году на всероссийских соревнованиях команда спасателей-спортсменов из нашего региона заняла 6-е место. Участники надеются, что смогут показать достойные результаты и в этот раз. Алена Круглова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.